Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я, Ольга Красикова, рада вас приветствовать на своем канале «Плетем вместе». Это видео о том, какую форму я использую для плетения шкатулок, вот маленьких. Диаметр и что я использую для основания. Здесь плетеное основание. Как я начинаю плести, как я делаю шкатулку? Для изготовления шкатулок я использую форму от 2,2 килограмма. Здесь я... Эта форма у меня уже давно. Я здесь рассказывала, как я сделала ребра жесткости, чтобы она не сминалась, потому что пришлось вот эту вот часть отрезать. Так, значит, диаметр 16 сантиметров. Диаметр блюдца, по которому я вырезаю картонные формы, 13,5 сантиметров. Картонные формы, картонные круги я вырезаю по этому блюдцу. Использую для вот этой вот шкатулки. Чем на эту шкатулку 24 стойки я раньше делала, это мало. Сейчас я делаю 28, 29, 30. В зависимости от того, сколько нужно стоек на узор. Приклеила черную пленку. Оплетаю веревочкой в три трубочки. Просто заложила здесь внутрь, просунула дополнительные трубочки. И веревочку в три трубочки... Дохожу до начала, до первой стоечки, откуда вышла. И закрываю ряд. Две перед, одна за. Дальше у меня будет идти два ряда веревочки в две трубочки. До получения нужного диаметра в форме мне нужно проплести два ряда веревочкой в две трубочки и поднять за две. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.